Всем привет! Вы видите и слышите небритого Лёшу Халецкого, и я вышел с очередного фильма. Сегодня мы смотрели «Братья из Гримсби», свежее творение Саши Барона Коэна. Тоже есть такой жанр кинематографа – фильмы Саши Барона Коэна. Это «Борат», это «Диктатор», это «Бруно» и так далее, и так далее. Ну, до этого, вот раньше в основном Саша Барон Коэн делал такие псевдодокументальные фильмы, вот как бы «Борат», например, это казахстанский корреспондент, который приехал в Америку и своим казахстанским зрителям показывает всю глубину падения США. Поэтому это интересно смотреть, потому что берет всякие такие стереотипные штуки и над этим стебается. В данном случае все-таки фильм художественный, и он про братьев, как ни странно, из какого-то пригорода Лондона, Гримсби. Здесь скорее Саша Барон Коэн возвращается к истокам, потому что он английский актер, он, собственно, родился в Великобритании, там и вырос. И теперь он вот взялся за английское быдло такое, футбольных фанатов и прочего, и смеется над этим. Ну, в принципе, конечно, все фильмы Барона Коэна, они такие, как бы вам сказать, вам на них смешно, но вам потом стыдно рассказывать друзьям и знакомым, что они вам понравились. И в данном случае, конечно, очень много ужасных моментов в фильме, на которых вы просто думаете: «Боже, что я за говно смотрю», и при этом вы еще ржете. Понимаете? Это сложно описывать. Ну, мне, то есть я прекрасно понимаю, я люблю трэш, я люблю всякие такие вот говняные фильмы, на которых мне реально смешно. То есть я не люблю, когда мне не смешно. Чем, например, славны российские комедии, каким бы они трэшем ни были, вот в последнее время там просто, ну, очень грустно, и иногда улыбаешься. Здесь фильм, вы имейте в виду, он просто реально плюет на многое. Я не хочу описывать, что там происходит, но это ужасно. И при этом я сидел и ржал с этого, понимаете? Ну, тут можно говорить о чувстве вкуса или прочего, но я прекрасно понимал, на что я иду. Это фильм Саши Барона Коэна. В данном случае нету почему-то шуток над евреями, зато очень много сексуальных шуток. То есть, если мы говорим про этот фильм, что шутки ниже пояса, то они настолько ниже пояса, что прямо вообще вглубь на несколько поясов уходят. Я не знаю, конечно, я не могу всем этот фильм рекомендовать, но если вы любители трэша такого, знаете, серьезного, и вам хочется просто вот абстрагироваться и поржать, то милости просим. Тем более, что фильм динамичный, на нем как-то не скучаешь. Сюжет, конечно, полностью отмороженный напрочь, там нету смысла вдаваться в логику действия, но, по-моему, ну, я доволен, в всяком случае, что я потратил на это, сколько там, полтора часа времени. Так что «Братья из Гримсби» я не всем его рекомендую, и рекомендую лучше смотреть умное кино, но если оно вам надоело, то милости прошу «Братья из Гримсби» Саши Барона Коэна. На этом все, всем покеда.